Ну, потому что это какой-то... Давайте кроссовки посмотрим. Вылезем, вылазим из воды и смотрим кроссовки. Хиджаб. Посмотрите, это такой дешманский дермантин. Прямо они как из продуктов дешманская пластмасса. Да, здесь красная, видите. Ай-яй-яй. Народ, всем привет из Берлина. Наконец-то я добрался до аутлетов. Да, правильнее будет сказать, сегодня мы вещаем не из Берлина. Мы вещаем из, блин, Новоебенева. В общем, короче, далеко, где-то час я ехал, час от города. Здесь огромнейшая территория, просто невероятная. Какая-то развязка автобанов. Ну, самое главное, что здесь есть, я увидел, здесь есть Nike Outlet Factory, вроде как аутлет. И я там проезжал по парковке, видел и Adidas тоже. Посмотрим, если вам такое интересно, интересные цены на кроссовки и на шмотки в Германии, в аутлетах, в Берлине, подписывайтесь на канал, одевайте плавки, купальники, резиновые шапочки и пойдемте в воду, посмотрим, что почем. Nike, Adidas, Nike, Adidas, куда идем? Ну, наверное, пойдем сначала в Nike, правильно? Я не уверен, друзья, можно ли тут снимать в этих аутлетах. Постараюсь, конечно, комментировать все, что мы будем видеть, но в то же время не хочется палиться, не хочется, чтобы выгнали. Вот мы сразу среди кроссовок оказались. 72 евро. Flight Legacy. Ну, блин. Типа, что это, а-ля Джорданы 4, смотрите, все в клею. Или 3. Я не сильно разбираюсь. А это что, 129 евро, Air Force One Low. Какой-то переделанный Air Force, смотрите на подошву, нестандартную. Эко-замша какая-то или что это? Дешманский дермантин. Так-то выглядят интересно. 170 евро. Футбольные бутсы. Это какая-то хрень. Может, здесь есть один? Ой, блядь. О, отлично. Нормально. В принципе, я так и планировал. Так было задумано. Бестселлер Air Max. Air Jordan. Вот такой этот зум. Ух ты, смотрите тут. Их еще даже пристегнули. Zoom Air. Белые форсы огромного размера. Цен тут нету. Очень странно. Что тут? То же самое. Такие же дикие цены. Какой-то непонятный Air Max. Или что это? А, дай спрошу сейчас. Друзья, я перетер с продавцом, я понял. 30% на вот эту цену. Ну тогда типа нормально. То есть это 60 евро. Вот эти 60 стоят. Нам придется немножко арифметикой заниматься. Что это за модель, я не знаю. Типа Air Max какой-то, не знаю. Вот такой Air Max. Все равно дороговато. Вот недавно вышли первые Air Max с большим баллоном в такой OG расцветке. То есть это 30 евро. Это получается сколько? 70 евро примерно. За вот эти педали. Размеры тут есть. Размеры не проблема. Не, ну дорого. Вот интересные. Это что, это какой-то, это ИСПА или что, вот это обычно значок, или это ресайклинг значок, да. Да, да, это они. Вот такие Air Max стоят вообще 140-30%. Блин, все равно не сильно дешево. Но я у него спросил, он говорит, да, да, это фабрика Outlet, ну блин,
цены, то есть 84 евро 30%, это сколько, где-то полтинник 55, вот эти склад. Давайте еще посмотрим, получается на все 30%. Что-то я не вижу тут хороших. Это что, Pegasus или Nike Air Zoom Pegasus 39 за 65 евро примерно. О, Джорданы. Да, их можно онлайн взять сильно дешевле. Даже с этими 30% их можно взять онлайн сильно дешевле. Max Aura. Это типа 11-е, да, такие бюджетные. Бюджетные 11-е. Не, дикие цены. Дикие цены. Это будет короткий ролик. Я, если в Адитасе то же самое, то это будет короткий ролик. Я быстро пройдусь. Не, это чисто маркетинговая тема назвать этот магазин фабричным аутлетом. Нет. Я поеду в нормальный аутлет обязательно. Туда еще дольше, туда еще туда 2 часа. Я живу в Восточном Берлине, мне в тот, он на окраине Западного Берлина, вернее, за городом, где-то примерно как в Потсдаме. Но я сгоняю. А, вот 50%. Вот 50%. Вот это типа монархия. За 37 евро получается. Ну, это такие разновидности монархов. Да, не помню, как они называются. А, вот, Nike Techno. M2K Techno. Nike Zoom Air Fire. Тоже примерно 50 с копейками евро стоит. В общем, на эту цену 30% еще накидывайте. Минус 30%. Так, что еще есть интересного? Это женский. А, мы уже в женском отделе. А, так подожди, тот мужской тоже был 50%. Нет, здесь 30%, здесь никаких 50% нету. Понял. Ладно, выбор так себе. 30% на носки, причем носки. Какие-то они прям очень пластмассовые, на очень. Прям какие-то. Смотрите, тут уже в зацепах все. Уже на вешалке они закошлатились, ясно. Хорошие носки, понятное дело. Вообще Nike же фуфло не делает, правильно? Это же как бы все знают, аксиома. Тоже какая-то раненых. Это подошва приятная, мягкая. Вот такая вот подошва у меня, она шлепка. Вот такая и вот такая. Что это за модели? 100 евро. Это баскет, а тренинг. Вот Nike Everyday, вот типа, ну, очень толстые. Очень толстые, это как зимние носки, по 7 евро примерно цена. Ну, две пары, ну окей, окей. Можно взять в Золанду там или где-то, без проблем, вообще в любых цветах. Причем хочу заметить, обратите внимание, качество, или это такое качество на всех моделях, такое ощущение, вот так вблизи, ну типа в Overkill, смотришь на это, и он там прям офигенный, качественный, вот эти модели, например, Air Max и вот эти TN. Посмотрите, это такой дешманский дермантин, прямо они как из продуктов дешманская пластмасса, прямо видно. Как будто это какое-то, ну, для продуктовых, знаете, сразу для аутлетов или для, я не знаю, не хочу никого обидеть, там, для Румынии или для Молдавии, для молдавского рынка Nike шился, я не знаю, без обид. Шоксы, то есть вообще качество какое-то удивительно хуевое. Посмотрите, как все в клею, все неаккуратно. Это кроссы, которые ритейл что-то 180 евро или сколько они стоят. Space Hype 4 на 70 евро примерно. Обычная пена, твердая. Это типа из стариков кроссы. Блин, я не знаю.
Вы бы купили такое? Есть среди зрителей поклонники Nike бренда? Вы бы купили такое? 70 евро Air Max. Нет, Air структур. Ну это же типа Air Max или нет? Или это типа Air Max для бедных или что это? Просто беспонтовый дермантин. Прям фу, ну-ка давай посмотрим, где это делают. Не знаю, что-то я не вижу, короче. Вьетнам. Вьетнам. Я думал, Вьетнам самые крутые кроссы шьет. А это тоже Вьетнам. Блин. Что-то они меня подводят, вьетнамцы. Я их разрекламировал, а они вот такое делают. Ай-яй-яй. Или это может быть стандарт. Вообще ни о чем. Кстати, я думаю, вот сейчас к лету снять. Тупо 50 евро они стоили, ничего себе. Снять обзор на том, на пену, в которых я хожу. Сандали, там кроксы, шмоксы. У меня много набралось. Я много хожу. Биркенштоки там и все такое. Хотел с вами обсудить. Интересно также ваше мнение узнать по этому поводу. Обменяемся. Друзья, шмотки я даже не буду смотреть. Это просто вот обычные шмотки, которые на 30% уцененные. То есть вообще ни о чем. Вот, правда, 50%. О, куртка Джордан. За 65 евро. Пуховик Джордан. Ну, это норм. Это прикольно, с капюшоном. Четко. Кому цвет такой окей, или кому, как мне, по барабану. Вот мне, например, по барабану цвет. Если мне удобно, особенно зимой, блин, там... В 3 часа дня уже темно, никто не видит. В принципе, нормальная курточка. Штаны карго за 25 евро получается. Nike. Ничего так. Они, наверное, жаркие. Это похоже на рипстоп. Или это и есть рипстоп. Наверное, они жаркие. Шорты кайфовые. А, ну блин, они и стоят. Не, ребята, я расстроен. Ладно, не буду шмотки, пойдемте в Вадик заглянем, и потом в Текомакс, да, такой план. Кто-то, я, кстати, думаю, что вы заметили, вообще людей практически нету. То есть это не я один расстроился. А, это что? 130 евро 3D, 4D вот эти, ну тогда это недорого. О, вот эти евро, 22 евро кроссы. А, ну тут вроде норм цены. О, 31 евро. Монархия от Adidas. А, ну что, давайте туда посмотрим. Тут поинтереснее. Ультрабусты есть, все есть. Короче, здесь просто цены, она говорит, вот как есть цены, так и цены. Просто написано цены 10 евро. Ну это не дешево. Так, вот, например. Как понять, сколько это стоит? Solar Boost. Они мне, кстати, нравятся, должен вам сказать, больше, чем Ultra Boost. По форме. Немножко слишком спортивные цвета, но наверняка есть разные варианты. Мне нравится, что здесь вот две разновидности подошвы Boost и вот такая. Ну и форма. Форма поприятнее. Мэн. Ну вот, допустим, берем футболку. Футболка Парлеет. Стоила сколько? 39 или 33, а сейчас 22 евро. 30%, короче. 23 евро. Недешево. Причем это обычный Adidas, это не Originals. Это вот совершенно обычные футболки 16 евро. Может, штанцы непонятные. Из непонятной, неприятной ткани такое. Там есть прикольные штаны, мы сейчас посмотрим. Ладно, я даже не буду их смотреть, сейчас все обвалится. Посмотрим спортивные костюмы. Это тренировочные. О, вот приятные футбики.
пошире, тоже 23 евро. Опа, аркету есть. Аркету сейчас посмотрим. Регуляр. Вот классные. 45 евро. Ну, блин, такие можно взять на сайте Adidas за 45 евро. В принципе, часто там с обычным промокодом, который можно нагуглить. Можно даже и дешевле. Я такие за 35 брал. Темно-синие. Ну, правда, там какая-то супер распродажа была. Такого интересного цвета. Я показывал их. 45. А, это вот такие с манжетом. Это уже, короче, не считают. Такие манжеты, это уже не модно сейчас. Стало узкие спортивки, шорты. Шорты классные, но боюсь, что будут теплые. У меня есть тоже такие, 42 евро. Дорого. Дорого. Пойдемте кроссовки посмотрим. Вот спортивный костюм. Пацанский цвет, все как положено. Аква. То вы ничего не понимаете, это аква. Эх, NMD. А как? А, вон отдел кроссовок, я понял. Вон он, смотрите. А вот последние размеры. И что, последние размеры, это будет дешевле? Да, будет дешевле, 17 евро. Будет дешевле, но все равно не дешево. Нью-Йорк-Сити. Нью-Йорк-Сити в Берлине, они в почете, видите, вот эти надписи. Нью-Йорк-Сити, Майами, Калифорния и так далее, да. Ну так. Разве что школьнику на физкультуру взять, носить. Можно. Вот интересные штанцы велюровые такие. Я вообще когда-то коллекционировал штанцы 56 евро. Это дорого. Это дорого. Это тоже не аутлет. Это тоже не аутлет. Получается, в физическом аутлете им надо платить за аренду. Им надо по-любому отбивать. Это делать дороже. Вот такие у меня есть. Я их брал меньше 30 евро. Это зимние, теплые. Тут такая классная вот эта вот байка. Правильная, не мохнатая. Но они все равно, но она толстая. Теплая. Здесь они 50 стоят. Не считается, не годится. Но качество тем не менее. То есть вот это качество Adidas. Стандартное, хорошее. Тут хотя бы за эти деньги, ну как бы качество. Я ни на что не намекаю. Давайте кроссовки посмотрим. Вылазим из воды и смотрим кроссовки. Терексы вот такие на бусте очень часто на скидках бывают. Я буквально недавно в Зеланде вот лет увидел такие до 45, по-моему, евро. Вот, в принципе, можно было бы намутить, кстати, и типа продавать их в странах СНГ за вот такую цену. А, вообще они стоили 220, нифига себе. Вы бы брали, напишите в комментарии, ребята, напишите, где вы находитесь, в какой стране, и напишите, брали бы вы за вот такой ценник их. Это что? Это что-то непонятное. Это типа вот это Адицера, только такой на минималках. Цены даже нету. Ага, да. Это вот типа вот эти. Это с карбоном. Или с пластмассой, да. Адицера, Прайм. Да, это крутые. 120 евро, а стоили 250. Полцены. Да. Ну не тоже не убийственные тут вообще-то уцененочки. 55%. Это типа вкрапления такие, они придумали. Белые, смотрится как обшарпанная сетка. Ну это спорт. А, подожди, вот, да, ну 63 евро. Вот такие же. Репетитор какой-то, репетитор.
эти вообще 120 евро стоят, блин, тут хрен поймешь. Адидера Бостон, это марафонский, наверное, Light Strike Pro и обычный Light Strike. Ну, сделаны, конечно, интересно, прикольно. Прикольно, футбольные тапки, вот, пожалуйста, 56 евро. А вот такие стоят 154, почему-то копа. Не знаю, почему. В чем разница? Наверное, есть какая-то разница. Вот эти 100 мундиали, это под ретро. А это еще Бевары. Это, видимо, возвращенка. Или что-то с ними не так. А вот эти вообще 175 стоят. Из клеенки. Не знаю, не разбираюсь. Не разбираюсь. Смотрит типа Стэн Смит, но не Стэн Смит, вы поняли, адвантаж какой-то, 52 евро. Новый корт, не знаю, непонятный. 50 евро, вот это тоже из продуктового серия. Ага, вот Special Offer. Ультра Буст 22 или 23, это за 59 евро, ну да. За 59 евро это недорого. Вот такие бы взяли бы, ну скажем, за 110, включая доставку. То есть вот 110 и они дома у вас. Взяли бы вот такие. Или вот такие белые за 100, да, тоже за 110, за 120. Вот мне интересно. Интересно. Ультра Буст 22, вот как он называется, 22. И над черный тоже вот такой есть Special Offer. Кому нравится. Ну, мне кажется, он слишком спортивный, не знаю. Не знаю, сколько это Special Offer. Красная точечка вот здесь. Что-то это должно означать. Вот еще Ultra Boost 70 евро. Это окей. Да, 70 евро. 70 евро окей. Годится. А вот тут такой уже DNA Ultra Boost. CC это Climacool называется модель. Ну да. Тут такие детальки, хотя этот Primid теплый. Ну да, есть дырочки, но блин, это не Climacool, это только с понтом Climacool. Из-за вот этих пластмассок. А так он будет довольно-таки жаркий. Со стелькой. Даже стелька не как Climacool, смотрите, просто пена. У Climacool обычно дырявая такая, как вафля. Как, да, как вафля смотрится. Вот тоже Climacool второй. Дизайн вот этот, да, такой типичный. Но здесь хотя бы сетка. Крашеный бус, ну да. Вот это тоже. Ну, то есть типа дизайн элементы от Climacool. А тут и дырки посерьезнее. И сам вот этот Primid, он какой-то другой здесь, не такой мягкий. Но цена дикая. Вот тоже дикая цена. Вот тоже дикая цена. Я, кстати, вот думаю, у меня такая гипотеза, что когда говорят крашеный буст, он на самом деле не крашеный. На самом деле это таким тейпом обматывают тоже полиуретановым. И потом, видимо, запекают, а потом обрезают вот так по краям. Поэтому он тут белый остается. Я предполагаю, что это делается, потому что, видимо, такая краска, которая вот полностью его закроет, закроет все поры, вот эти щели, видите, как здесь они закрыты, то эта краска, она или не приклеивается к бусту, или не будет работать, будет препятствовать его работе. А та краска, которая впитывается в буст, она не закрывает щели и поры и не спасает от гниения. Думаю, поэтому он так... А вот здесь не закрывают этим тейпом, потому что это будет дорого. Это, видимо, слишком сложный технологический процесс. Заклеить так, чтобы не было щелей там. Ну, вы поняли, получается, внахлёст надо делать. А так, видимо, просто с рулона обматывают, чик, температурой запекли, оп, обрезали. Проще получается. Как на кедах. Как на конверсах или на венсах. Там же тоже подошва вот эта вот. Вокруг это тейп резиновый такой. Ну, такая у меня версия, да. Вот черный Ultra Boost тоже есть. Не знаю, кому нужен. Вот такой 20... Ну, DNA, короче, 20 или
Вот, ультрабус 7-7 евро, это нормально. Единственное, что он черный, и тут опять же вот этот проймит. Это на любителя. Мне не очень понравился. Мне не очень понравилось. Вообще 63 евро. Это типа женские варианты. Ультрабуста. Ну так все, короче, все это при желании можно найти онлайн. Не сильно дороже, а то и даже дешевле. Некоторые цены я вообще не понимаю. 40. Значит, джоггеры. О, кстати, интересно. Да, тут получается 100 евро с белым бустом. У меня есть, кстати, а тут с черным. Но с черным можно брать еще и за 55 евро. У меня есть на черном бусте. Многие знают. Я ношу, правда, у меня без набивки. Вот. У меня 3М коллаптик. Он без набивки совершенно. Бултыхается такой, типа, как иники, только осенне-зимние. Тут полностью протектором закрыто, поэтому очень-очень утилитарные кроссы, мягкие, если по размеру. Да, вот как здесь, видите, здесь нет набивки вообще. У меня тоже такая зеленая стелька там. То есть их надо, они больше мерят, на джоггеры, как правило, больше мерят. А так, в принципе, можно брать. Нормальная модель. Нормальная модель, можно носить. Это NMD 3. Вообще, зачем они их делали, зачем они их выпускали? Еще 160 евро ритейл. Сейчас за 75. Типа за полцены. Вот первые NMD, это женские. 43%. Вот беленькие вообще. Трэш, ладно. Там тоже NMD не будем. А, вот, кстати, классика от Adidas. А ну-ка, внимание, цены. Суперстар 82-84 евро. 82 это, по-моему, типа как премиум линейка, хотя она тоже вся из пластмассовых материалов. То есть это кожжам. Я предполагаю, что это полностью кожжам. Хотя вот здесь похоже на спилочек. Но это не принципиально. В принципе, кожжам бывает даже и не хуже кожи. Про суперстары, блин, все никак не сниму ролик. Меня там просите вы в комментариях. У меня их много есть. Мне нравится история модели, мне нравятся оптические. Но носить ее, это как бы, вот нужно отдельный ролик снимать и обсудить это с вами. Тут есть что рассказать. Как-то сниму. О, вот это интересный прикид для кастомизации. Из джинсы или что это такое, белая канвас. Да, видите, тут толстенная стелька такая. 84 евро. Ну тут. Тут обычный ортал. А нет, тоже толстенные. В общем, классические модели Adidas. Не знаю, те, что я мерил, те, что у меня есть. У меня есть пару таких 15-летней давности. Одна или две пары. Они прям удобные были. Там что-то как-то внутри они сделали, что в них мягко, приятно ходить. Стэн Смит за 54 евро. Ну, блин, это обувь офисного планктона. Не хочу никого обидеть, на мой субъективный взгляд. То есть это типа просто, ой, боюсь ошибиться, возьму Стэн Смиты. Тогда как бы 100% это, ну, типа Air Force это Adidas, черт его знает. Типа, когда... Ну вот вообще классические зеленые. С полосок 70 евро. 77 евро, 80 евро, не знаю. Мне не очень нравятся Стэн Смиты. Уж лучше тогда суперстары. Хотя суперстары, надо согласиться, они немножко более молодежные все-таки. Так в офис в суперстарах, ну, надо быть смелым человеком с характером, скажем так. Вот такие NMD есть. О, пластмассы. Блин, ну, они неудобные получились. Казалось бы, подошва от иников. Что можно испортить? 100% иников подошва, даже подметка. Ну, вот как-то они испортили. Не получилось у них сделать осенние, зимние иники. Тут на джоггер как бы больше подходит, на мой взгляд. Мой экспертный взгляд. Газель приятные, стильные педали, кеды 77 евро, не сильно дешевые. Единственное, что меня в них смущает, лично меня, это острый край вот этот подошвы. То есть она моментально стапчивается, сдрачивается, и они смотрятся просто старыми.
Тетка подошла такая, что за камера, что такое, а что мы в общественном месте вообще-то? Джереми Скотт на скидках, пацаны, 63 евро, вот это обидно. Ё-моё, у меня есть низкая версия с долларами, за 200 евро я брал, дебил, а эти за 90 черные. Их тоже наверняка уценят. Блин, 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 ну и плюс это модель форум, про нее скоро выйдет ролик. Не буду спойлерить, но там серьезная интрига. И вот такие форумы тоже, 75 евро, это дорого за них. О, вот вообще интересные. Под винтаж. Состаренные вот этими фломастерами, знаете, есть фломики. Мы уже где-то это обсуждали, прям видно. Кисточкой покрашенные. 105 евро, это дорого за форум. А, вот 65. Форум Low CL. Короче, какой-то 65. А, это вот этот красный. Красный под винтаж, и он уже идет без липучки. Наверное, поэтому. Наверное, поэтому он не прижился. Так, это форум Exhibit, какой-то новый форум. Ух ты. Тут двойная подошва. А, она на всех двойная. Два сорта резины. И вот такая приблуда, чтобы снимать ногами кроссовки сзади. Цеплять. Ну и такой более. Более современный дизайн, который, в принципе, приятный. Мне нравится. А вам как, скажите? Мюнхен. Мюнхен 77 евро. Ну, какой-то он дермантиновый. Мюнхен, кстати, без веса. Ух ты, вот такой премиум NMT 180 стоил, сейчас 75. Такой шикарный. И тут прямо, видите, как сделали вот этот задник. Что, может быть, не будет кровить. Может быть. Special offer 53 евро. Это вот эта модель. Астир какая-то женская. Ну, типа, Янгов, что ли, не знаю. То есть. А, с понтом 4 Motion, смотрите. Ну, и тут сделано, как у Суперновой. То есть, у флагманской модели. Только здесь нет самой системы 4 Motion. Такой легкий фейк. А Special offer 53 евро. Ну, смотрится все равно нормально, интересно. Вот такие, или вот за 70, белые с сеткой. Ну, дорого. 77 евро, почти 80 евро, это дорого. Не вижу Оркета. Ох, Звиги летние на сетке, 42 евро. Наверное, женские. Это тоже модель такая непонятная, 50 евро. Не понравилось. Они ее выпустили, когда уже этот силуэт из моды вышел, а они его выпустили. Сейчас вот такое модно носить. Вот. Такой силуэт. Опа, друзья, смотрите, что я нарыл. Эквипмент от Шона Видерспуна. За 88 евро какие-то сущие копейки. Можно взять и продать по 100. А стоил, а ритейл на них был. Ах, блин, они заклеили. Если я не ошибаюсь, у нас есть обзор на канале этой модели. Она довольно-таки прикольная. Тут молния есть вот тут в этом в язычке. Ну, во всяком случае, веселенькая такая осенняя. Зимняя модель. Единственное, что почему-то не покрасили полоски с одной стороны. О, полетело. По традиции. Тут есть рефлектив. Вот тут красиво сделана эта сторона. Причем, если я не ошибаюсь, друг второй кроссовок немножко отличается. О, вот это, вот эти все прожилки, это все рефлектив. Вот эти зеленые, фиолетовые. Вот тут видно. Да, здесь красные, видите. Ай-яй-яй. Вот так. Ну, веселенькие. 88 евро, но за эквипмент суппорт. Причем на нем нестандартная подметка, не такая, как на оригинальных суппортах. На оригинальных суппортах там такие фасолины просто. А здесь прям трейл с прожилками. Прикольно. Интересно, напишите, вы бы взяли такую модель за ритейл, там, ну или за 120, допустим, евро. Взяли бы такие себе. Они вот именно водонепроницаемые, такие хорошие на осень.
весну, там до минус 5 оптимальные. Высокая подошва, хороший протектор. Цвета, правда, да, гормональные на любителя, но тем не менее. Мне, например, нравятся такого плана, веселенькие, как акцент. Это 4D, у нас что-то похожее было. Здесь вообще это как типа как 4Motion сделано. То есть вот эта пятка на структуре. Ну ладно, интересно. 4D у нас тоже на акции 95 евро, но это нифига не акция. Их на сайте Adidas можно взять там за 60. Нет. Так, изи для бедных, 500 за 40 евро на сетке. Понятно. О, вот интересное что-то. Это что, Климаку за 40 евро, вот такое. С понтом дырявый, но не дырявый. А, нет, дырявый, ух ты. Дырявый. Ну, это женский там, наверняка есть и мужские такие расцветки. 40 евро вот стоит. Блин, они вот этим красным заклеивают, и не видно начальную цену. На этих видно, что не сильно, 30% всего. А, вот написано 50%. То есть, типа, они новые 80 стоили, ну ладно. Это такой на минималках Климаку. Аркету что-то я не могу найти, Аркету. Просто интересно, сколько он тут стоит. Детская обувь, блин, как всегда, дорогущая, пипец. 21 евро. Вот такие суперстары. Летние. Прикольно. Короче, вот типа единственный аутлет, который более-менее аутлет. Вот и то. А, нет, подожди, 95 евро. Вот 49 евро Solar Boost. Такая беговая спортивная, 49 тоже, да. А вот, пожалуйста, 75 евро за форумы. За форумы ММДС, да, это какой-то прикол. Нет, опять ошибочка вышла. Вот эти педали 61 евро. Нет, это нифига не аутлет. Это облом. Надо идти в ТК Макс. Шестьдесят евро, ну 49 евро, 50 евро, да. Такое. Короче, нечего здесь особо смотреть. Хиджаб. Двадцать евро за хиджаб. Блин, это уже типа уцененная цена. Вот, блин. Это просто грабеж и ограбление. Я в шоке. Короче, нечего тут особенно смотреть. Никакой это нифига не аутлет. Ладно, сейчас еще ТК Макс посмотрим. Может, там что-то более-менее. 21 евро. Там, блин, ты что? На сайте Adidas за 10 можно взять. Еще и с промокодом, если... Блин. Короче, делаем ноги, вылазим из воды. Надо перекусить. И пойдем зайдем. Ох, ну что вам сказать, друзья? Вы сами все видели. Полная шляпа. Не хочу ругаться. Больше не хочу подбирать более объективные термины для этой поездки. Может быть, кому-то будет это интересно и познавательно. Если я все-таки смонтировал этот ролик, блин. Если я все-таки смонтировал этот ролик и опубликовал его, и вы его еще и посмотрели, то данкишон вам за это, друзья. Это прям истинная поддержка. И как обычно, сейчас вот здесь появятся превьюшки других видео с канала. Плейлисты появятся интересные, другие обзоры магазинов. Более познавательные, прикольные секонд-хенды, там есть сникер-конвенции. Потом плейлист с винтажными кроссовками есть. В общем, поклацайте, посмотрите другие видосы с канала, поддержите фэшн-блогера. Не прощаюсь, auf Wiedersehen, tschüss, ё-моё.